Спасибо. Пока. Пока. Ему всегда хотелось быть крутым мафиози. Я переоденусь, а то мне надо забрать дочку через 20 минут. Да-да, слушай. Мы решили жить вместе, он дал слово завязать, выйдя на свободу. И на тебе, его убили. Какой козел. Я сочувствую. У вас были планы, и они... Да правда, зная, с кем он связался, я бы сказала. Но мы мало говорили. Да. Ну, а когда... А как он... Что он... Он... Ну, Хач, еще вопросы есть? Да, можно задать вопросик. А ваш знак? Я близнец. Какой у вас вес? Какое он имеет отношение? Вам это сейчас не понять, но, пожалуйста, ответьте нам, мэм. 55 почти. Или чуть больше. Жаль, ничем не помогла. Да нет, что вы. Это не так. Вы очень даже нам помогли. Было очень... Что-нибудь еще? А? Хватит. Да. Да. Спасибо. Спасибо большое. А, кстати, не знаю, пригодится или нет. Его куртка мне не нужна. Ясно. Спасибо еще раз.